непонимание ситуации с Александром Логиновым. Как вы видите ее? Ну, я вижу так, что федерация давно уже неуправляемая. Я еще раз хочу извиниться перед всеми любителями биатлона за то, что я поддерживал Драчева. Я этого не скрывал и не скрываю. Полная безграмотность абсолютно. Все эти вопросы должны были быть решены раньше, не дергать парня, не летать туда-сюда и все прочее. Это тем более психологический момент такой перед чемпионатом мира. Вот. Ни тренеры, ни президент, никто абсолютно не занимаются вопросами федерации. Это катастрофа. Но мы видим, вы знаете, этот вопрос назрел не сегодня. В этом году в феврале исполняется, в декабре уже исполнилось 12 лет, как ушла моя команда. Я не ставлю себе в заслугу ничего, но у нас было все успешно. Понимаете, и за все эти 12 лет не сделано никаких выводов. Ни по дисциплине тренировочного процесса, абсолютно ничего, кто влез, кто по дрова. Вот мы и видим результат. Дай бог, вот на Европе немного порадовали. А с Логиновым я просто, понимаете, самое главное, что у нас не делается никаких выводов, и никто не наказан. Все сойдет с рук. Вот это самое страшное. А на ваш взгляд, нужно ли Саше было здесь стартовать? Не понял. Логинову нужно было здесь стартовать? Ну, я бы сказал, Саша, если бы он стартовал спринт, по сути, ничего бы страшного не было, потому что до чемпионата мира времени восстановиться очень-очень много. Тем более у него у самого было желание. Я считаю, что это вина чисто президента и его команды. Касательно выступления остальных спортсменов, какое впечатление они оставляют, кого можете выделить? Ну, на уровне чемпионата Европы и тот уровень спортсменов, который здесь присутствует, то это успешное выступление, я считаю. Дай бог, чтобы на чемпионате мира нам все звезды сошлись и немножко повезло. Хотя там будет намного сложнее, естественно, потому что основная масса всех конкурентов, они были в Канаде и в Америке, которые, я думаю, что эти чемпионаты, эти Кубки мира, я бы их лично отменил, но это прерогатива Международного олимпийского комитета, расширение географии Союза биатлонистов. Биатлона, понимаете, но это мучение абсолютно. Я думаю, что в лучшем случае перенесут их на конец сезона. Здорово. Спасибо большое, Александр Иванович. Что мне здесь больше всего понравилось, Саша? Да. Я не ожидал такого внимания ко мне со стороны болельщиков. Вдоль трибун пройти просто невозможно. Вот. И самое главное, я получил такую оценку, то, что стоит на моем сайте, те факты, которые я привожу, это не критика, это констатация фактов безграмотности нашей федерации во главе с Драчевым. Абсолютное. Вот. И все со мной согласны. Александр Иванович, мы вас считаем. Вы правы абсолютно. Когда будут сделаны выводы, когда будет кто-то наказан. Абсолютно все стоит на месте. Ясно. Еще что-то добавить хотите? Как? Добавить еще что-то хотите? Ну, я бы добавил то, что мы видим, какой интерес. Сколько из России приехало болельщиков. Как можно было такую страну, с такими традициями биатлона, как Россия, оставить без Кубков мира, без чемпионатов, просто оставить без большого биатлона? Комплексы рушатся. Это катастрофа. Надо наказывать еще с господина Кущенко, Майгорова, Барнашова, всю эту команду. Вот это 12 лет развала. И все в полном порядке. Разве так делается?